Сегодня у нас 8 июля 2016 года. Вот ездили, встречали одного брата на машине. Нет, я рвал. Наконец-то доехал. А вы вот прибавились, чтобы Игорь мог. Да. Красивая машина. Что, малыш? Уехал. Не дождался? Ты охотный. А где тракторист? Все, дорогу я ему дам. Ты рассчитай, как он сразу. Да. Вон он, Игорь, вон. А ты притащил? Машина, да. А до куда ехал? До трассы? Да почти до трассы, только метра три, наверное. Володя притащил его, звонит. Ну как, ну примерно хотя бы, горючий, все остальное. Конечно, иди. Тысяча стоит? Да ему надо уберу в сторонку, чтобы Игорь-то развернул. Жалко, Мерина всего плохо. Конечно, на такой машине какой там? Там даже говорить нечего. Ну пошли. Пойдем обедать. А сигнализация? Да не молит я это. Что, брат, это? Отказывать, наверное, да? Бампер не оторвали перед? Да нет, перед. Да, вот у нас идут целую неделю идет дожди из этого дороги, черноземная земля, грязно все. Чтобы не повредился ребенок. На солнышке, говорит, ему плохо стало, он перегрелся, наверное, гостиками. Что? Что он говорит? На солнышке. Да, ну почти все, у него глаза твои темно, обморок. Потому что мы обратили бы внимание. Попить, да, или попить? Попить дал. Воды. Может, с дороги отдохнуть надо там. Мы не, да, он там в вагоне ехали, душно было там. Доверим, чтобы они это сделали. Мы на работу-то поедем, а они тут разберутся. Никуда одного не отпускать ни на шаг. Чтобы он отдохнул, попил, поел, и все будет нормально. Держи меня руками, что это за море? Так, во славу Божию. Молитесь, Роман, помолись там. Ложку сюда дай. А, есть?
Вот он, где сидеть там. Больше нет. А правило, смотри, какое. На кусочек не наклоняться за грань стола перпендикуляр, чтобы лицо туда не походило. Все. А вас Роман зовут? Что вы будете пить, чай или компот? Компот. Сейчас он придет. Давайте хорошо пишу. А я так пишу с дядей. Я сейчас еще маленько скажу, встану. Где Сережа вон? Локти со стола убрать. Не надо. Друг другу подсказывайте. Так, постарайтесь обслуживать тоже без разговора. Новенькие, смотрите. Вот чашка. Ложку не брать в руки, пока не возьмешь кусочек. Сначала кусочек в левую руку. Ну так возьмет, целый кусочек. Теперь подщепчи и ложку поставь на кусочек, себе подноси. Оно никуда не прольется, ничего. Все. Если это не учить, положи хлеб. Уронишь его. Если это не, так не учить, человек никогда так есть не будет. А как едят? В чашку все. В Америке, в Англии, в Германии никто не учит. Все одинаково едят. Почему? Животные. Скотина. Василий Великий говорит, всякая скотина, собака, кошка, корова наклоняется к пище, а человек, он подносит к себе. Ты услышал это? И кем хочешь быть, скотиной или человеком? Я не закончил, значит, сказал, сколько охранников, а для чего это спросил, сколько у Брежнева? Представляете, кого? Сейчас хлеба. Напугает, а Роман. Говори. Мы за... Да ничего, я за столом еще только пришли. Сейчас я побегу туда, поем мы. Ну ладно тогда. А что она должна там делать? Ну ладно, ладно, я забегу. А то не позвонил бы, я не взял ее. А ее нужен паспорт? Ну ладно, все. За столом мой. Ты можешь не разговаривать? Никто не разговаривает. Молча. Подавай и тащи. Разговаривать совершенно не о чем. Галя, вот посмотри, мальчик рядом сидит как. Он локти на столе и склонился в чашку. Я говорю, ноль внимания. Внимания никому вообще нету. Сядь прямо, правильно, отступись от стола. Чашку поставь подальше на столе. Отодвинь ее. Вот, понимаешь, его уже заедает. Видишь, какой же, какой нор. Отодвинь чашку подальше. Отодвинь ее на край. Вот отсюда черпай. Черпай, тебе не надо будет наклоняться. Значит, не ест, больше ничего не давать. Характер показывает. Возьми кусочек сначала в руку. В левую руку кусочек. Смотри, он даже не слышит. Левая рука, подними, возьми кусочек. На нее ложку поставь. Как трудно дается, с каким скрипом. Поставь на кусочек. А теперь ко рту подноси, не наклоняйся. Локоть убери со стола. Учатся в школе просто не ложить локти, не склоняться. Не могут. Вот сколько я прошу не разговаривать здесь. Ты что бубнишь? Я сюда не разговаривать. Я закончу, что дальше говорил. У царя Николая, которого считали очень таким строгим, охранников было сколько? Никита? Сколько? Один кучер. Никого нету, по России ехал один. Один, ни жандарма, никого нету. Как времена изменились. 1500 человек у Рейгана было, и покушение было. И вот он проезжает однажды через станционную станцию, там, где лошадей меняют. А у хозяина много ребятишек. И он говорит, как живешь? Да как живу? Плохо. Не хватает.
он видит Евангелие. Новый Завет только что на славянском языке, видимо. И он спрашивает, а Евангелие-то считаете? Да, а что считаете? Деяния апостолов, первая глава. Он отвечает. Ну, царь отвернулся, постоял маленько, подал Евангелие и поехал. А он не знает, для чего он брал Евангелие. И когда он поехал, царь, он зашел и говорит, отобедал, дал побольше. Ну, царь, мог бы дать больше-то? Мне положено рубль, он дал 5 рублей. Ну, мог бы 50 дать. На царя, дескать, тоже жмот. И вот прошло 2 дня. Кто сейчас будет разговаривать, уйдет отсюда. Будет в кухне сидеть запертый. Проходит 2-3 дня, возвращается царь, заезжает и видит, так угрюмо его встречает смотритель. Царь не понял. Зашел, поздоровался и говорит, Евангелие-то считаете? Конечно, считаем. Но я как уехал, вы что просчитали? Да не, я не апостол, я же сказал. 3 главу считаем. Он взял Евангелие, царь открыл, а там лежит несколько ассигнаций, на которые он может купить несколько коров, перестроить дом. И он не открывал его. И он открыл 1 главу Деяния апостолов, а ассигнации, то есть деньги, так и лежат там, банковский счет. Это уже потом кучер описывал. И он отвернулся в угол, стоит, и я вижу, говорит, как мелко задрожали его плечи. Заплакал. Лгут. Везде лгут. И здесь лгут. Вот что я увидел сегодня. Там, где каракетка лежит под ногами, а я не видел Степа. Он ее не видел. Лгут, везде лгут, все лгут. А если бы вы лжи, то боялись, наша жизнь была бы другая. Сядь прямо. Толкни Максима, чтобы не наклонялся. Сиди прямо, не крючком. Такая жадность к пище, прямо в чашку залазит с ногами. Так.